Новоспасский район славится своей плодородной землей. В южном районе области складываются благоприятные условия для выращивания зерновых культур. К посевной местные фермеры готовятся с осени, сразу после уборочных работ. Ремонтируют технику, закупают семена и удобрения, внедряют научные разработки. Одно из хозяйств «Агроинвест» посетил накануне губернатор Сергей Морозов. Аграриям есть что показать. Для нового сезона в хозяйстве приобрели 5 тракторов и 5 сеялок. Поставки минеральных удобрений завершены. Удобрения у нас закуплены все тоже на 100%. Семена у нас высшей репродукции тоже закуплены. Это закуплен ячмень, закуплена белая горчица и закуплен лен. Также сейчас идет закупка на подсолнечник. В этом году посевная площадь в Новоспасском районе составляет почти 40 тысяч гектаров. Для проведения сева, по словам министра агропромышленного комплекса Михаила Семенкина, фермерам потребуется 1400 тонн семенного материала. В наличии у аграриев куда больше семян – около 2000 тонн. В планах у профильного ведомства увеличить объем производства. По области мы считаем, что к 2024 году мы выйдем на объем производства зерновых и зернобобовых 1 993 тысячи тонн. Почти 2 миллиона. Практически в два раза. Практически увеличим по сравнению с сегодня. Совершенно верно. Помогут в этом несколько шагов, которые уже предпринимаются. Это погектарная субсидия, которая выплачивается сельхозтоваропроизводителям. Это использование качественных нефуражных семян, а также культурно-техническая мелиорация, то есть расчистка земель от пней, кочек, мха и различной растительности. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Ульяновской правды.